Всем привет! Меня зовут мистер Степа. Мы продолжаем играть в Portal. Кстати, помните, как мы в прошлой серии, ну точнее я, испугался радио? Да, вот я был без, конечно. Добро пожаловать в камеру номер 4. Вы делаете успехи. Ну, спасибо. О, радио. Так, подождите. Смотрите, тут дверь. Ага, здесь дверь. И она открывается с помощью этой кнопки. А, так это легко. Сюда просто надо прыгнуть. Главное, чтобы я себе ноги не сломала. Тут где-то еще радио было. А, вот оно. Радио, в принципе, тоже с собой возьму. Почему бы? Опа. А, я увидел этот золотой кнопку. Влад, отличный результат. В соответствии с протоколом тестирования, в следующей камере наблюдение за испытуемым отсутствует. Никто не придет вам на помощь. Удачи. Ну хоть за это спасибо, что за меня никто не будет наблюдать в следующей камере. А то достали эти камеры. Цель соблюдения безопасности и проведения утвержденных программ игровых опытов просим вас не уничтожать оборудование первостепенной важности. Что это было? Ну а игра, похоже, подвисла. Собственной безопасности просим вас не уничтожать оборудование первостепенной важности. И это важно для вас? Подскажите, вот это, блин, для вас важно? Вот только две точки. Все. Вот. Сейчас я вам покажу, какого я звука испугался в конце первой серии. В конце первой части. Ну что. Главное, чтобы вы сейчас не испугались. Я и сейчас его немного испугался. Ладно, поехали. Трамполям. Лифт. Апертура лабораторис. Кран приехали. Ах ты ж! Ах ты ж, робот! Робот, говорящий ты. Обещал не следить за мной. Все? Теперь ты точно за мной не будешь следить. От ряда предметов может зависеть успех проведения опыта. Не уничтожайте. Лабораторное оборудование уничтожено. Лабораторное оборудование первостепенной важности. Ага, говорила, не будет за мной следить, а теперь говорит, не уничтожайте. Да, конечно. Все, не будет теперь следить за мной. Так, значит, здесь нужно две уже кнопки, два кубика. Так, ага, то есть мне сюда поставить. Так, подождите, мне сначала нужно зайти в лоб. Ох, теперь туда ставим синий портал и забираем кубик. И ложим его на кнопку. Так, где второй кубик? А, вон же. Так, скидываем. Чё? О, привет. О, достали. Ладно. О, радио. Всё, хайтемы валяются. В соответствии с протоколом тестирования, наше предыдущее утверждение об отсутствии наблюдения за камерой было намеренно ложным. Отлично. В соответствии с протоколом тестирования, с этого момента мы перестаем говорить правду. 3, 2, 1. Теперь она будет нам все время говорить неправду, типа обманывать нас. Вот, обманула нас уже один раз. Ну, вы понимаете, о чем я. Если не понимаете... Короче, теперь она будет говорить всегда ложь. У
уничтожено. Лабораторное оборудование первостепенной важности. Ага, мы приехали. Да-ля-ля. Несмотря на то, что одним из девизов экспериментального центра является безопасность испытаний, высокоэнергетичные шары, образец которых находится в левой части камеры, могут привести и регулярно приводят к таким невосполненным увечьям, как полная аннигиляция. Соблюдайте осторожность. Я ничего из этого не понял, кроме соблюдайте осторожность. Кстати, ребята, вы заметили, что мы можем ставить только синие порталы, а есть еще и желтые. Мы будем желтые порталы когда-нибудь ставить? Так, ну ладно. Может будем, а может нет. Я пока не знаю. Так, подождите. А как это решать, блин? Тут вот отсюда выпускается какой-то шарик, и куда-то надо поставить портал. Мне кажется, или этот шарик должен залететь сюда. Подождите, давайте посмотрим на знаки. Ага, шарик может бить нас, и шарик должен попасть в вот эту штуку. А, так вот, все просто. Тут же стоит желтый портал, он залетит желтый. О, кстати, от него тут свет еще есть. Вот, видите? А, теперь шарик прилетит туда. Все. Все, так просто! Может, вами гордиться. Это было так легко на самом деле. Чего, как это ходить? Поехали дальше. Лаборатория, лаборатория. Оу. Правила требуют установки звуковой сигнализации на всем мобильном оборудовании. Между тем, резкий звук и яркий свет раздражают высокоэнергетические шары, вследствие чего сигнализация отключена из соображений безопасности. Я ничего не понял, но давайте проходить камеру. Так, я уже знаю, что шарик должен залететь сюда, а дальше не знаю как. Ну ладно. Так, то есть сюда надо поставить синий портал, потому что здесь желтый, и оно через этот портал пройдет и летит туда. Нет, ну это легко. Хорошо. Воспользуйтесь нестационарными экспериментальными лицами, чтобы достичь изоляционной камеры. Лифт уехал. Кстати, она кого-то что-то сейчас стоит. Не знаю, на какой. Какая-то штука, в общем. Пить. Ух. Ух. Так. Прыжок веры. Ух. Не такой уж он и эпичный был. Ну ладно. Ля-ля-ля-ля. О, приехали. Обратите внимание, что в этом испытании добавлено наказание за ошибки. Любой контакт с полом камеры приведет к пометке «Неудовлетворительно». На вашем бланке тестирования и немедленной гибели. Удачи! Так, знаки. Ну, вот здесь вот эти знаки я уже понял. Не мыться. И мы можем утонуть. Где мы можем? А, вот! Слушай, я думала, на нее можно вставать. Я думала, это просто пол такой красивый. Радиация это, короче. Ладно, подождите, давайте сначала продумаем план, как пройти эту камеру. Значит, вот шарик.
Ага, нам нужно, чтобы он попал туда. Но как? Давайте поставим сюда синий портал, потому что он туда и летит. Потом он пойдет через желтый портал. Надо думать, надо думать. А, точно! Когда он оттолкнется, и когда будет туда вот типа лететь, ну, через этот портал и оттолкнется, мы поставим вот сюда портал, и он, когда оттолкнется, пролетит в желтый портал, пролетит через синий, попадет туда. Включится лифт, и мы поедем на финиш. Ну ладно, приступим. Главное, чтобы наш шарик не сбил. Ух, чуть не сбил. Все так легко и просто. О, радио, привет. Впечатляюще. Заметьте, что иллюзия угрозы жизни создается для того, чтобы у вас остались как можно более яркие ощущения от испытаний. Ладно, ребят, думаю, на этом надо заканчивать. Всем спасибо за просмотр и всем пока!